Тернистый путь голубого топлива. Жители 20 домов в Комсомольске и Вичугском районе давно ждут газификации. Администрации муниципалитетов объявили соответствующие торги на строительство распределительных сетей. Однако сделали это с нарушением закона. В обоих случаях при составлении заявки власти потребовали предоставить потенциального подрядчика лишние документы. А руководство Вичугского района еще и нечетко прописало перечень требуемых услуг. К таким выводам пришли сотрудники антимонопольной службы. Антимонопольный орган выдал обоим заказчикам, и администрации Комсомольского района, и администрации Вичугского муниципального района, предписание об устранении нарушений законодательства контрактной системы в сфере закупок, для чего заказчикам необходимо было внести изменения в извещение и документацию об электронных аукционах и провести торги повторно. В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении виновных должностных лиц заказчиков к административной ответственности. За нарушения в сфере госзакупок должностным лицам грозят штрафы, а конкурс на строительство проведут снова. В конечном итоге из-за ошибок сотрудников районных администраций страдают рядовые граждане. Ждать голубого топлива они будут еще дольше.